дома не сижу, я занимаюсь разведением клумб на придомовых газонах. Вопрос задавайте. Это 2011 года. Вопрос у меня такой. У меня третья клумба находится на газоне прямо перед домом нашим. Да, я не сказал, где я живу. Улица Советская, 39. Адрес мой. Так вот, 33-й газон у меня находится прямо против входа 4-го подъезда. Но там под газоном проходит труба. До 2012 года на этом газоне стояло несанкционированные 6 автомобилей. В прошлом году я решил здесь клумбу разбить. Вот уже в этом году 3-й год я так занимаюсь. Вот. Но там газовая труба проходит. Эти автомобили стоят точно, вот все 6 на газовой трубе, под ее газовой трубой. Вот. В 9-м или 10-м году, точно не помню, уже из этой газовой трубы против этого счета подъезда была утечка обнаружена. Это вскрыли ее. Значит, заменили прохудившуюся трубу, где-то